Ну, утро не утро. Я на своем заднем дворике, рядом с компостной ямой. Какие тут у нас новости? И какие работы можно сделать? Вот ирисы выкопанные ждут, пока их где-нибудь пристроят. А здесь я уже собрала редиску, осталась земля. И в компостной яме тоже вот я немножко нарыхлила. Можно куда-то на картошку использовать. Здесь вот надо камушки отделить от земли. В этом месте проросла малина и какая-то тыква, наверное, из семян из местных. Я ничего не сажала здесь. Не знаю, создать им условия или просто проигнорировать. Сюда я посадила бостонский огурчик, это самый последний мы купили, но он уже зацвел. Вот он, цветочек. И даже, по-моему, где-то завязи есть вот маленькие, да? Да-да-да, вот там тоже. Так что будут огурчики. Сюда тоже присадила картошку из мелких каких-то емкостей. Зацветает лилия. Здесь вот у меня огурцы двух сортов еще. Один неизвестный. Это народная селекция, сама собирала. А в серединке вот здесь пониже я их отщипнула. Это нежинские огурцы. Здесь снова селекция. Вот там Саша вышел из улицы. Смотрю, наверное, мой завтрак несет. Он очень вкусный. Сегодня приготовил слоечку с моим песто. Вот здесь хотел заснять огурчик. Вот подрастает огурчик.